Президент Республики Татарстан и ректор Казанского федерального приняли участие в торжественной передаче лабораторно-промышленного комплекса компании «Нанофарма Девелопмент». Компания «Нанофарма Девелопмент» будет производить препараты, применяемые при трансплантологии для лечения ВИЧ, а также лечения онкологических заболеваний. Это воспроизведенные препараты, которые будут стоить на 30-50% дешевле импортных оригиналов. «Нанофарма Девелопмент» активно сотрудничает с передовыми научными учреждениями Республики Татарстан и, в частности, с Казанским федеральным университетом, открывая все новые подходы к разработке медицинских препаратов. Востребованность новых медицинских технологий определяет развитие современной медицинской науки. Все препараты здесь разрабатываются с нуля и ничем не уступает импортным разработкам. Компания планирует увеличивать объемы производства и количество рабочих мест. Ксюша Дзен, Руслан Уразаев, Универньюз.